Усманов Алишер Бурханович, основатель компании USM Holding. Я просто попросил прощения у Владимира Владимировича, что одна семья забирает много времени. Я свое обращение, многоуважаемый Владимир Владимирович, хотел бы посвятить вам, а не себе, и говорить о том, что я чувствую. Потому что то, что я чувствую в этом зале, я 5 лет тому назад сказал. И вот это ощущение чуда, которое со мной происходит в той стране, которую руководит Владимир Владимирович, продолжается. Спасибо Аллаху. Еще одна 5-летка прошла. И я сегодня могу сказать свою огромную благодарность президенту за столь высокую оценку не только от себя самого, от коллектива, всех спортсменов Федерации фехтования, которую сегодня я возглавляю, от имени всех работников двух огромных холдингов «Металлинвест» и «Мегафон». Ну и, к счастью, я имею возможность сегодня сказать огромное спасибо от моих соотечественников, от всех граждан Узбекистана, где я родился, от президента, многоуважаемого господина Мирзияева, до рядового гражданина за вашу огромную братскую поддержку и за то, что Россия продолжает играть роль, которую ей предначертал Всевышний, сохранение человеческой души на 1/6 части суши. Большое вам за это спасибо. Еще раз и от себя лично.